Боевой шлем. Глушитель на пистолет. Прицел на пистолет. Новая ручка на пистолет. Это просто находка. Сэмми. Привет, друзья. Меня зовут Алекс, и мы с вами снова оказались в мире игры «Метро. Исход. История Сэма». Капитан Эдуард все бухает, ну а Сэмми отправляется на задание. Отправляется на поиски ядерных сборок. Топливных сборок, конечно же. Ядерных. У нас все с вами ядерное. Все, чтобы пожестче, порадиоактивнее, поядовитее, чтоб прям ух, забористо и вообще... Так, чтобы пробирало до мозга костей. Все бутылки обязательно разобьем, чтобы Эдик их не сдал. И нового бухла себе не купил. Хотя да, магазины же сейчас не работают. И эту дверь не открыть. Не открыть, а шпингалет потеребить не судьба. Ай, Сэм. Сэм не привык теребить шпингалеты. Он уже по ходу дела со вчера забыл, что такое шпингалет. Он их столько наоткрывал, но уже память отшибла. Ну вы же понимаете. Опачки, револьвер. Бери. Так, Сэмми, я-то думал, ты оружие спрятал. Ну чё, нельзя взять? Нельзя. Ладно, будем ходить с убранным оружием. Что мы сейчас с вами предпримем? Во-первых, это у нас надето на Сэма. Это уже хорошо. Противогаз целый. Это у нас все в порядке по оружию. Ашот, ну почти чистый. Если бы он был грязным, он был бы просто зашкаливающий. Ай, ладно, вот чуть-чуть почистим, пусть будет почти половинка. Вот этот мы приклад хотели взять, но не стали, потому что он стабильность съедает. Здесь, короче, сделали, если что-то одно плюс, другое в минус. С одной стороны круто, с другой стороны хреново. Полуавтоматическая система, точность увеличится, урон увеличится, стабильность просто нафиг сразу. Точность... Прибавляется стабильность, отдача, короче. Ну, мы очередями не стреляем, то, в принципе, нам вот этот вот приклад с цевьем и с ручкой, кстати, они лучше подойдут. Ну, как бы, чисто теоретически оружие более легкое, в руках держать долго легче, руки трястись не начинают. Оптика, я не уверен, что она нам вообще нужна. Кстати, она еще из ПНВХ, по ходу дела, оптика это, потому что выключатель зачем позволяет прицеливаться, ограничивает поле зрения. А зачем выключатель на нем? Точку включать, что ли? Бля, вообще вот ничего абсолютно не делал сейчас, да? Игра протормозилась. Не понял вообще, каким-то образом происходит. Чем оперирует эта игра замечательная. Ну или мой компьютер, я просто понятия не имею. Так. Собрать. Это у нас полный, это у нас полный. На пистоль у нас патрон не полный. И на дробаш полный. Глянь. Так, ножи есть. Один ножичек забабахаем. И все, и вперед. И вперед, Сэмми. И мы с вами, друзьяшки, двигаем на поиски ядерного топлива для подводной лодки. Да что ты будешь делать? Чё тебя так мотыляет-то? Давай, открывай. Мне очень нравится с пистолетом вот во всяких стрелялках ходить. Я не знаю, почему это. То ли это фетиш какой-то, то ли это реально... Действенно как-то и получается у меня таким макаром лучше стрелять или так далее. Потому что, например, в играх про Вторую мировую войну я предпочитал, вот, например, в медали за отвагу, в Call of Duty старом, тоже предпочитал ходить с пистолетом. Ну, какое-то время, пока, конечно, не начиналась полная задница. Все равно там ничего хорошего нет. Сэмми, если дверь закрыта, то, скорее всего, там очень ценное что-то лежит. Здесь мы, кстати, можем перепрыгнуть. Ну-ка. Кто тут меня что спрятал? Тут капитан, наверное, что-нибудь подпрятал, точно. О, я думал, высоко. А тут вовсе не высоко. Мой нож, скотина, унесла. Ты тут? Вот ублюдок, он улетел. И даже не обещал вернуться. Верни мой нож. Нож вернул? Скотина. И нож же не вернет. Ублюдок. Ну, Сэмми, давай-ка забабахаем.
А ноты новые на что? Ах ты врун! Ах ты врунишка! Сэмми! Наврал нам, да? Наврал он нам. Тук-тук! Тук-тук? What is тук-тук? Who is this? Your тук-тук. Отдавай мне мои ножи, Скотт. Еще вот этот. Что здесь есть интересного? Здесь тени, кстати, хорошие. По-моему, это во всех частях метро было. Так, бутылки будем, Сэм, сдавать, нет? Походу дела, Сэм не знает, что такое сдавать бутылки. И ему, в принципе, повезло, что он не знает, что такое сдавать бутылки. Так, что у нас здесь? Кстати, мы здесь что-то прошли мимоходом. О, деталье. Там есть кто? Там никого нет. Пока мы с вами ни одного патрона не потратили. Так. Это лифт. Лифт на этот этаж не ходит. А чё это так двери тут шевелятся, а? А на кой ляд мы сюда шли? На кой ляд мы сюда с вами шли? Патефон включить? Он не работает. Сюда зайти? Оно не ходит. Сюда сходить? А смысл? Вы бы сюда и так вышли. Это даже не тайник. И это даже не тайник. А нам сюда и нужно было вообще-то. По правде говоря. И вон дверь. Странно как-то. Так, давай-ка мы вот это все барахло заберем. Оно негоже ему здесь валяться без дела. Мы применение найдем. Так, а куда это? Показалось, что что-то ценное лежит. Хорош, Сэмми, вообще красавчик. Научил его мельник, как правильно нужно со всякими упырями поступать, да? Че, в этом унитазе не хочешь рыться, Сэмми? Ну, блин, жизнь учится не по дням, а по часам. В нескольких прошлых сериях он еще в горшках рылся, вовсю рылся. Так, что у вас есть, молодой человек? Вы уж немного зеленый, конечно, но ничего страшного. Время никого не щадит. Найс. Шкаф открылся не в ту сторону, ты видел? Офигеть. Так, патрончики. Ножи мои отдай. Я ему нож на самом деле просто на макушку положил. Прям так вот аккуратненько. Вот у этого прям в ребра ему засадили мы. А у того прям так на голове аккуратненько был. Ага, это тайник, кстати. Это тайник упырей каких-то. Тихо. Тихо. Так, да, вот запертая дверь. Значит, здесь у нас тайничочек. Сэмми, ломай картину. Видящий, да увидит, как говорилось в предыдущих сериях. Полезная вещь. Полезная, конечно. Боевой шлем. Глушитель на пистолет. Прицел на пистолет. Новая ручка на пистолет. Это просто находка, Сэмми. Это просто находка. Не тупить. То я сейчас тебя удалю нахрен. Надо с игрой вести себя сурово, чтобы она не тупила. Кстати. Кстати, не зря мы сюда заскочили. Это куда ведет? А? Это все, это ведет на выход. Мы здесь еще не все облазили. А можно, например, вот здесь вот нам в рюкзачке пересобрать себе пистоль? Рукоятка. О, легкая, сбалансированная. Блеск, блеск. Короткий ствол с глушителем. Стерильно.
Это из какой-то колбочки медицинской сделан глушитель. Прикольно. Коллиматорный прицел. Это просто уже какой-то штурмовой супер-пупер-мега-пистолет получается. Ядрен батон, ребята, живем. Теперь можно этих упырей просто выносить на раз, прям такой чпеньк в шляпу. И все, и пошел он на отдых. Чпеньк в шляпу другому. И он пошел на отдых. Хотел как в Fallout убрать оружие. Но здесь оно так не убирается. Наивный ты кусок игрока. А здесь зачем крест? Давай-ка немного вернемся. Чутка вернемся, прошвырнемся назад, откуда мы пришли. Так, стоп, не отсюда мы пришли. Мы пришли отсюда через ванну. Так, вот сюда. Дверь со шпингалетом как открыть, вот я не понял, конечно. Скорее всего, нужно проползти вот сюда. Давай-ка сползаем вот сюда. Наверняка здесь что-нибудь интересное есть. Потому что сейчас мы идем в достаточно опасное место. Вы же сами понимаете, да? И нам нужно как можно больше полезных вещей собрать. Например, шлем с очками и с противогазом боевым. Это очень важно. Кстати, а вот она и... Подожди, это та самая дверь? Это та самая запертая дверь, которую я хотел открыть. Одним мютантом меньше. Все равно нож лучше. Все равно нож лучше, а? Вот химия. Вся кое-что синяя, вы знаете. Я вам договаривать эту фразу не буду. Ну что, теперь мы здесь облазили с вами все. Больше здесь ни болта интересного нет. Можно, кстати, еще сигануть вот сюда, но... Скорее всего, здесь будет заперто. Так и знал, закрыто. 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 Во. А здесь не закрыто. И, кстати, здесь сработала ловушка. Стоп. Это мы в самый низ спустились. Это, по ходу дела, самая простая дорога. Ребята, вернемся-ка мы назад. Пойдем поверху. Спрыгнуть вниз мы всегда с вами успеем. Так, так, давай сюда. Чуть не спрыгнул случайно вниз, а? Сэмми так бегает здесь почему-то, как по трамплинам, как будто он прям подлетает. Я вот этого не могу понять, если честно. Он прям аж подлетает. Вот аж... Я не знаю. Так, стоп, это лифт. Не туда. Не в ту дырку, болван, лезешь. Так, нам вот сюда. Стоп. Ага. Стоп. Стоп, стоп, стоп. Стоп. Ага. Окей. Это не что? Блеск. Блеск, блеск, блеск. Можно было бы совсем в самое начало вернуться, но я думаю, что это будет достаточно глупо. Ага, это кстати... Я ж тебе говорил, Сэмми, что не зря мы сюда идем. С пятачком. Нифига у них тут аккумулятор для патефона сделан. Просто люди очень умные. Ресурсы тратят... Тратили. Так, стоп, что у нас в саквояже? В чемодане? Что у нас здесь? Тихо, тихо. Тихо. Это Сэм. Одну ловушку зарядил. Отлично. Осталось еще четыре. Четыре? О-о-о! Мать моя женщина, это просто шедевр. Это просто блестящая вещь. У-у-у. На что будем менять? Я думаю, что мы автомат на это дело поменяем, да?
Или все-таки Ашота на это дело мы поменяем? Ашот в ближнем бою просто незаменим. Хотя, в принципе, Ашот, если честно, ну, не сильно нужен. Вот это вот цаца вообще. Уахаха. Блеск. Блеск, я вообще обожаю. One love. Мы, кстати, с вами прошляпили там ловушку. Не зарядили. Может быть, вернуться сейчас? Потому что Эдика, скорее всего, убьет. Если мы их не зарядим, вот эти ловушки, да? То Эдика, скорее всего, убьет. Ну, не то, что его убьет. Его убьют. Что ж с тобой творится-то, а? Игра. Я точно помню, в коридоре там был крест. 100% там в коридоре был крест. И мы мимо него бегали, блин. Вот. Ловушка. Ловушка номер 2. А, вторая есть, осталось 3. Я здесь бутылку кладу. Осталось 3. Where is another 3? Э? Сэмми. Мать твою за ногу, где мы их будем искать? О. Так, надо вот этот тупичок обшмонать. Ну, здесь ничего нету. Так. Закладываем. Третья, еще 2 осталось. Осталось 2, где 2? Сэмми. Где эти 2 осталось, а? Может быть, вот здесь? Почему-то все любят Сэма передразнивать. А мы сюда не ползали. Между прочим-то. Good stuff. А вот и еще одна. Тихонечко. Братишка, мы с тобой уже... смотри, что... Может быть, вот здесь должна быть, в самом начале. Вот мы, кстати, с вами на верстак и вернулись. Сейчас сразу шлемик переоденем. На боевой, укрепленный, защита. Нафига нам спартанский? Мы же с вами не спартанцы, мы с вами спецназцы, а не спартанцы. Вот она наша прелесть. Боже, вообще просто, просто безумие какое-то. Пистолетная... Это новое. И ствол. О-о-о! Глушитель. Бля, с глушителем точность больше. Ну, в принципе, логично. Ствол удлиненный. Бляха, я счастлив. Ребята, я счастлив. Вы бы знали, как я счастлив. Так, окей. Где еще одна ловушка? Эдди. Эдди. Эдик. Эдуард. Эдуардище. Куда тебе еще запхнуть этот коктейль Молотова? Где мы с вами пропустили один? Где-то мы точно пропустили. Может быть, где-нибудь здесь внизу? Да, вот он на выходе последний. Все, окей. Мы с вами свою миссию выполнили. Эдик будет защищен. Where is... Ага, окей. Предпоследняя готова. Ain't последняя, Сэмми. Давай. Как же ты летаешь-то? Что с тобой? Ты так исхудал. Да лепи давай. Или куда лепить-то ему? Ты сюда лепишь? Или куда ты лепишь-то? О-о-о. Это снова Сэм. All done. Ловушки заряжены. Ну, огонь. Спасибо, Сэм. Выручил. You are welcome. Пожалуйста, братишка. Сейчас друзей вообще на ветер нельзя никуда распускать, так сказать. Где мы потом новых друзей-то возьмем? Здесь мало того, что людей мало осталось, так еще и крысы одни. А Эдик, он нормальный, честный мужик.
Напоил бухлом, вон споил практически честного человека. Так, здесь кто-то топочет. Боги, здесь еще и эти черти. Это плохо. Я ж тебя кританул. Сэм, я с тобой полностью согласен. Так, ротик, прям в рот давай. Скажи «а». Окей, молодчинка. Ты тоже скажи «а». Скажи папке «а». Ну, вернулась быстро. Между прочим, это к ним спуск. А давай-ка испытаем новую винтовку нашу. Текс. Текс. Ах ты, ублюдина, вызываешь, значит, своих, да? Тихо. Она, короче, однозарядная, вот в чем беда. А я еще в оригинальный метро исход ходил, специально не брал полуавтоматический механизм с магазином, специально, типа, так лучше, ты че так, аутентичнее. Ну, по-моему, их не осталось, этих упырей. И нам надо двигать вперед. Остановись. Все. Что там у нас? Карта. Оу май, как нам далеко идти, оказывается, да? Что нам тут задать? Найти лодку. Единственный путь к пожарному депо лежит через базу бандитов на Верхнем озере, так что мне придется угнать у них лодку. Что? Как это дежавю. Лодку мы с вами уже из лагеря угоняли, и было достаточно сложно. Ну что, друзья, на этом замечательном моменте мы закончим данную серию. Благодарю вас за внимание. Не забывайте подписываться на канал, если вы еще не подписаны. Включайте все уведомления. Пишите свои комментарии, ставьте лайки. Увидимся мы с вами в следующих сериях прохождения игры «Метро. Исход. История Сэма». А также других прохождениях. Всем удачи и до встречи!